Начальник управления генерал-майор Сергей Жданов на встрече с журналистами озвучил следующие цифры. В 2012 году на участке управления задержано более 20 нарушителей государственной границы. Свыше 1000 нарушителей пограничного режима. Из незаконного оборота изъято около 18 единиц огнестрельного оружия и более 20 килограммов наркотических средств. От товаров и предметов, перемещаемых через государственную границу с нарушением установленных правил, от ширпотреба до дериватов задержано на сумму около 3 миллионов рублей. В завершении встречи начальник пограничного управления поблагодарил журналистов за профессиональное освещение деятельности пограничников и поздравил их с наступающим Новым годом.